Питерцам лицензия на продажу алкоголя не нужна. Правда, речь не о жителях северной столицы, а о владельцах магазинов в питерском районе Саратовской области. В торговых точках 4 населенных пунктов сотрудники полиции обнаружили подозрительные бутылки со спиртосодержащей продукцией. На них были и акцизы, и этикетки известных марок. Вот только накладных и каких-либо документов на алкоголь не оказалось. Таких нарушений в регионе за полгода немало, почти 90. Благодаря работе ведомства из оборота изъято почти 60 тонн подозрительного алкоголя. Например, только во время рейда в питерском районе эта цифра пополнилась на 170 литров горячительной продукции. В ходе выезда в питерский район и близлежащие села было задокументировано 4 административных правонарушения. По всем были возбуждены административные дела по статье 14.16. В основном нарушения были связаны с реализацией алкогольной продукции без документов, с поддельными акцизными специальными марками. Вся алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте, была изъята.